Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня у меня для вас легкий, очень вкусный салатик из капусты. Я такой салат готовлю фактически целое лето. Очень рада, что овощи фактически уже все есть на огороде. И начнем с того, что капусту нужно нашинковать. Друзья, точные пропорции я напишу в конце этого ролика или же в описании. Нашинкованную капусту отправляю в глубокую миску, в которую буду перемешивать салат. Два средних огурца нарезаю вот таким вот образом, не очень тонко. У меня, кстати, огурцы тоже уже домашние. Все, сейчас круто, лето, наконец-то на огороде у родителей есть все свое домашнее и очень вкусное. Беру небольшой пучок редиса и также измельчаю. Если у вас редис круглый и большой, нарезайте так же, как и огурцы. У меня маленький, я нарезаю вот таким вот образом. Беру небольшой пучок зеленого лука и также укропа. Мне кажется, именно эта зелень лучше всего к этому салату. Также такой салат можно готовить и без капусты, только зелень, огурец и редис. Берем тунец, я использую в собственном соке, если же вы купили тунец в растительном масле, это будет и уже готовая заправка для вашего салата. Я же лишнюю жидкость сливаю, тунец измельчаем, добавляю к салату. Обязательно нужно посолить, добавить перца по желанию, сока лимона, ну и конечно же растительное масло. Все хорошо перемешиваю, салат готов. Также этот салат можно заправить йогуртом или майонезом, здесь уже по желанию. Я же такой салат заправляю маслом, лично я его кушаю на ужин, для меня это то, что нужно. Просто, быстро, питательно и к тому же, друзья, полезно. Для летнего салата лучше не придумать, но вы знаете, что я такой салатик готовила на праздничный стол и всем моим гостям понравилось. Ну и я надеюсь, что и вам понравился такой рецепт. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте о колокольчике, чтобы получать уведомления о новых рецептах. Пока-пока, мои хорошие!